для трансляции. Пискануло. Не пищит. Вот, наконец-то успею. Напишу комментарий. Ты попал. Привет. Сережа. Сережа. О, привет, Сереж. О, крутяк, все заработало. Вот он я, как видно. Это дядя Сережа. Сейчас встану вот сюда. Только качество хуже. Оп, а вот ай как будет. Что, качаешься? Не, бегаю. Такие, друзья, дела. Оп, ну как там, видно, не видно? Вот он я. Вот он, дядя Сережа. Ну что у вас? Нормально? Не надо отслеживать этот самый. Как чё? Как чё? По качеству. Как чё качество? Поездку в Шри-Ланку. Смотри, ставь лайки. Айфон взял чисто для перископ, получается, потому что что-то не смог разобраться я с этим. С каком? С Asus. Что-то непонятное там. Он как-то очень хорошо... Нужен, наверное, то ли очень хороший интернет. С Тринчиком Борисом что не пересечешься? Потому что Таиланд, ты видел какой? Открой карту и посмотри. Денис Борисов находится в 14 часах езды отсюда. 14 часов. А? Хочешь съездить? Съезди. Я не хочу. Это все равно, что сгонять с Москвы в Питер два раза без остановки. Так что разбирайтесь в вопросе. Китай пока не поеду. Вот банка. О, такие, друзья, дела. Ладно, короче, пойду домой. Пойду домой. И все. Всем мир. Всем пока, всем хорошего настроения. Наслаждайтесь жизнью. Сегодня хреново. Серость какая. А я, если честно, устал уже от солнца. Так что немного отдохнем. Все, пока, всем пока. Мир, мир.